каждую зиму одно и то же. Северомакедонский город Скопье, окруженный со всех сторон высокими горами, буквально задыхается от дыма и смога. Более низкие холодные слои воздуха оказываются в ловушке более теплого воздуха над ними. Таким образом, вредных частиц становится слишком много. Уровень загрязнения воздуха здесь почти постоянно в 5-10 раз выше норм, рекомендованных ЕС. И терпение местных жителей на исходе. В эту зиму город охватили протесты. Люди требуют от властей действий, которые решили бы проблему долгосрочно. Министерство здравоохранения Северной Македонии сообщает, что тысячи граждан страны каждый год умирают из-за грязного воздуха в зимние месяцы. Экологи говорят, что причины загрязнения – низкие стандарты строительства, обогревание домов дровяными печами и старые автомобили, импортированные из других европейских стран. Они нарушают стандарты ЕС по выбросам. Это комбинация промышленности и строительства зданий с неуважением к базовым жизненным потребностям, когда не продуман обогрев домов. Много домов зимой используют загрязняющие воздух источники обогрева. Также сжигание стерни в городской зоне и выбросы автомобилей требуют немедленных действий. Власти говорят, что уже приняли некоторые меры. Так, когда загрязнение особенно высокое, они призывают компании разрешать не выходить на работу беременным, а также пожилым старше 60 лет. Кроме того, они хотят, чтобы строительные фирмы сократили часы работы на открытом воздухе. Власти также требуют вдвое сокращать использование служебных автомобилей, открывать дополнительные приюты для бездомных, а также увеличивать эффективность скорой помощи для людей с хроническими заболеваниями. Впрочем, если уровень вредных частиц в воздухе приемлемый, подобные распоряжения отменяются. При этом министр окружающей среды Северной Македонии отмечает, что в долгосрочной перспективе проблему смогут решить более масштабное использование природного газа и проверки на загрязняющих предприятиях.